Всем привет, друзья, на связи Байрон. А сегодня у нас небольшое такое одноразовое, скажем так, видео. Это не серия, говорят, эта игра проходится примерно за час. Ну вот мы за одно видео с вами ее и постараемся пройти. Это September 7th, 7 сентября. От этих же ребят, которые делали эту игру, есть еще лето 58-го, вроде как, и мне она очень сильно напомнила по скриншотам, по стилистике From the Darkness. Когда я ее давно когда-то для себя проходил, мне она понравилась. Тоже проходится достаточно коротенько. Надеюсь, мы с вами не затупим здесь, как я в The Darkness тупил. Поехали, посмотрим, что это такое. Хорроры в постсоветской тематике мне довольно нравятся, потому что атмосферненько. О. Это там? Здрасте. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. А где твой велосипед? Ты очень похож на чувака из пилы. Так. Поиграй со мной. С Новым годом. Такая открытка прям действительно существует в реальности. Это прикольно. Звезда окровавленная. Кого-то убили ей, что ли? Давайте возьмем. Чё ты ржешь? Странный тип. Очень короткая какая-то вставочка. Вроде как мы типа переезжаем в новую квартиру по синопсису, насколько я помню. Несколькими часами ранее. Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. Миру мир. Согласен. Дима, 19:00 вечера. Какое-то немножко ватное управление. Нужно идти домой. У, и прикольные арты. Так, бегать можем? Можем. Сейчас я сенсу немножко все-таки подправлю, потому что что-то мне... Фокус взгляда. Движение влево. А что, нельзя? А назад? А настройки видео? Это все понятно. А назад? А графика? А назад? А управление? Ну, типа сенс? Ладно. Тихо-тихо-тихо, нет, нам продолжить надо, эскейп почему-то не работает. Чё? Лев избран. Слушайте, ну вот это вот типичная, да, пятиэтажечка. У нас в городе таких просто завались. Девятиэтажка тоже вполне себе узнаваема. Трёшечка стоит. Машинки всякие. Мусорные баки вот огороженные этими поломанными. Не, ну двор очень реальный. Очень реальный. Таких дворов много. Смотри, какая раздолбайка стоит. Еще ездит, небось. На ходу. В смысле. О! Здравствуйте. Это вот эти вот чувачки, да? Обычно, типа, что я делаю, да? Какую-то дичь творят. Не знаю, кто это, но по мемам часто видел их. Ядрить, колотить. Конь! Две надписи в одной. Кто догадался в подъезде красную лампочку впихнуть? Не, ну вот так вот это, я так понимаю, какое-то затоплено. Это же вода, да? Ну вот так, чтобы затапливало подъезды, конечно, я не знаю. Я такого не видел в реальности. Хотя говорят, что все возможно. Ну, типа, встречались мне рассказы, что, типа, да, прям подвал затапливает так, что плавать можно. Деталей много очень знакомых. Подъезд изрисованный. Посмотреть задача. Че? Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. Угу. XYZ? Это интеграция? Это фигня. Так, а мы на каком этаже живем? Ну, чтобы пачку сигарет кто-то... Ой. Я... А ты что там стоишь? Вот этот ассет знакомый, да, банки знакомые. Пошли посмотрим, что она там стоит, кто это.
Сейчас ведь там никого не будет, да? Да, здесь, блин, никого нет. Прикольно. Дичь начинается уже. А опять будет стоять там? Смотри, опять стоит. Бабуль, ты чё? Я поел. Ты не волнуйся так. Анархия. Анархия кука. Или что-то другое исправлено. Юх. Отсюда, а отсюда уже не... Ой, здравствуйте. А чё меня так колбасит, когда я котика глажу, а? Атмосферненько, атмосферненько. Узнаваемые подъезды, да. Это, наверное, и есть сюрприз. А, мы, походу, на нашем этаже, да? Ты лучший. Спасибо. О, а вот и велосипед того эльфа. Там еще один кошак сидит. Так, какая дверь наша? Вот это? Аня плюс Дима. Приятно. А, вот эта дверь наша. Пошли открывать. Что за подарок? А что так мрачно-то дверь открылась? Папа отключает электричество в квартире. Его нужно включить. Дебил, что ли? Я знаю таких людей. Жига. Да? Зеркало разбитое. Плохая примета. Вот эти часы, по-моему. А, или это с таким пам, короче, это лапочки так грохают, да? Сейчас сначала квартирку посмотрим. А мы, наверное, не смогем, да? Тут выключатели не щелкаются. Ну ладно, давайте. Чё, игра нам не дает нам делать лишнего, не дает осматривать помещение, баулы. Ага, это тот самый эльф. Это подарок от Ани. Такая детализированная моделька. Какая уродливая кукла, где она ее взяла. Какой-нибудь коллекционный став вполне мог быть. Иди в свою комнату. Там кухня обычно, вроде как. Планировка частично знакомая, только вот коридор уже значительно в реальности. Но я так понимаю, это игровые не то условности, не то технические ограничения. Здесь и двери значительно шире, чем в реальности. Зачем-то засланное все. О, Шилипс. А, приседать можно? На Ctrl, не на C. Шилипс. Пианино может убить. Особенно если падает на вас сверху. Агент 47. Это типа лоджия такая? Что-то там прям капитально все закрыто. Что играет? Довольно странная планировка. Я пытаюсь двери открывать как в фазмофобии. Это привычка. Из одной в другую, ни коридора, ничего. Какой-то ужасный слоник. Разберу рюкзак. Сегодня закончилась первая неделя в новой школе. Теперь я учусь с Аней в одном классе. Хоть это меня радует. Распакуй рюкзак. Там... А, ладно, не будем. Куплинов! Эй! Ну, дальше нас, естественно, ничего нам не покажут, да? Интернет лагает. Прикольно, прикольно. Классные отсылочки. Интересно, Куплинов прям участвовал в этом деле? Аня плюс Дима. Ну, это я видел. Это что такое? Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето. Итак, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22:00. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Поддерживаю, потому что я тоже, допустим, не мог говорить по телефону, когда меня кто-то из предков слушал внимательно.
А где рачешник? Парень, видимо, не из рокеров. Ну ладно. Пусть играет такое что-нибудь задумчивое. Что это такое? А, это часы. Они идут? Они идут, стрелка двигается секундно, прикиньте. То есть сейчас 7:45. После второй смены, да, примерно. В этой квартире неисправна проводка, постоянно вырубается свет. Это типа поэтому батя счетчик гасит? Ну, что я могу сказать, он дурак, потому что если проводка неисправна, это как бы выключенный счетчик. Ты же вроде в коробке лежал. Че ты смотришь на меня? Я тебе дуну сейчас! Я тебе дуну, паразит! Фух, он мне сделал. При выключенной проводке отключение счетчика не особенно помогает, она все равно коротнет где-нибудь рано или поздно. Че ты пялишься на меня, я не пойму. Жуткий подарок. Аня, нахрена? Скажи, пожалуйста. Че нам надо? Список задач на холодильнике? К магнитикам прилеплено, да? А что тут? Можно я зажигалку погашу? С открытым огнем ходить как... Фига себе ванная! Мне кажется, в реальности в таких квартирах ванны поменьше. Там обычно фиг развернешься, а тут еще даже вон... Вон, за ванной даже место есть. Ладно. Ну что, прикольно. И сортир поуже, явно. Не знаю. Ну, мне кажется, все... Поуже должно быть. Я пытаюсь двери как в фазме открывать, а они здесь просто по щелчку открываются. Классическая сода, соль. Таких упаковок дофига у всех. Ну, собор Василия Блаженного, конечно. О! Это да! Никогда не понимал, нафига вот окно в ванную. Так, холодильник, холодильник, список задач. Что там? Давайте начнем с этой задачи на сегодня. Расправь диван, помой посуду, прибери в большой комнате, прибери на кухне, вынеси мусор. Окей, типичные задачки. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем, но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Типично, хорошо. Хорошо, мам, я помогу вам. Курилова. Много курилова. И почему-то прям на кухне. Что, не суть? А свет можно? Еще один холодильник. ЗИЛ! Какие страшные фиговины. Что стекло-то битое? Зеркало битое, стекло битое. О, амперметр, вольтметр. Платы какие-то. Курки. Это, видимо, батина каморка радиолюбителя. Ладно, не будем ничего трогать, а то батя вломит потом. Так, что нам там надо было-то? Расправь диван в гостиной. Вот прям по порядку, да? А посуду еще надо было помыть. Может, я посуду сначала помою? Я бы сначала посуду помыл. Куда этот хрен делся опять? Он здесь сидел. Штыку... Носится куда-то. Вот где он? Понятно. Ты куда ушел? Эй! Эльфятина! Я бы не смог дальше вот расправлять здесь что-то там. Это кресло, а не диван. Что за нафиг? Классно расправил, просто на пол сбросил. А сложить, свернуть и в стопочку нет? Ты ж у меня на окне стоял, кстати. И тебя мне вроде никто не дарил. То он ему понавтыкал в глаза, что ли? Да? Ножницы какие-то или что это такое? Так а что мне делать с тобой? Я тебя убрать хочу. Ты мне мешаешь. На кухне. Блин, нельзя. Ладно. Это. Я без рук мою посуду по-джедайски.
Что ты кашляешь, куришь? Приберись в большой комнате. Эльф, а можно за меня прибраться? У тебя неплохо получается. Что происходит? Куда делся этот криповое это создание? Ёлки-палки. Ты кто? Он что-то гудит там. У меня зажигалка есть, я тебя спалю нафиг. Надо. Ёлки. Слоняра там стоит, коробками заставлено все. Так, хорош, хорош. Ты... Блин, через этот идти, что ли? Через... Опа. Да хватит! Крепота какая. Иди отсюда! Куда вот ты пропала? Это ты меня там во дворе поджидала? Супер скример. Не, ну, ну это. Приберись в большой комнате. Да я пытаюсь. Давно пытаюсь. Вот после этого идти прибираться в большой комнате. Нормально, да? Или парень знает, что он должен видеть какую-то фигню. Это же большая комната. Возьми веник. Может сначала с пола убрать? Или парень знает, что он может видеть какую-то фигню, то есть, ну, он чем-то там промышляет немножко. Что такое? Я тоже так хочу убираться. Алло, народ, не топайте так сверху. Слышимость в этих квартирах, кстати, реально обалденная. Приберись на кухне. Что-то ты как-то из комнаты в комнату шляешься. Я бы сначала одну комнату полностью прибрал. Типа помыл посуду, прибрался бы на кухне. Потом пошел бы в зал уже. Расправил бы все, прибрался. Это фен? А, нет, это бутылка. Окей. Осталось выбросить мусор. Мусор обычно вот здесь. Но... И меня эти звуки прям... А это всего-то прошло 6 минут. Я здесь дольше значительно. Набегался? Чертиво. Ну-ка, попробуй мне только что-нибудь сделать еще. Где мусор-то? А, вот мусорные пакеты, да? Поехали. Сейчас еще что-нибудь во дворе будет. Надо выбросить эту дурацкую куклу. Ну, это подарок девушке, с одной стороны, но я бы, честно говоря, выкинул ее нафиг, потому что дичь какая-то происходит. Сейчас еще в подъезде будет происходить дичь. Батя, извини, но я не такой параноик, я не буду выключать этот щиток. Счетчик. Чай не выбьет. Соседи бы вот за такой поставленный лесопед выбрось мусор в мусорный бак. Прикольные картинки. А можно поспринтовать немножко? О, можно. Но почему-то не в квартире. В квартире не бегать. Да, Кися ушла. Там кто-то стоит? Гром. Ух. Нагнетает. Мячика не было. Кто просил сбросить мяч и не дождался, а? Алло. Это у меня там свет горит? А, у меня на ту сторону выходит окна. Все, я понял. Мусорные баки были где-то там. Засратые. Ап.
ним подойти-то? Наконец-то я выбросил эту дурацкую куклу. Иди домой. Да, я как-то и не собирался здесь, что-то не располагает, чтобы гулять вечером. Вы видите это, да? Во-первых, мяч катится, голубь какой-то в футбол играет. Во-вторых, вот это вот чучело опять стоит там. Ты мне на улице все-таки больше нравилась. Я вот в подъезд бы не пошел в такой ситуевине. Хотя и здесь оставаться что-то не камильфо. А вы что, переехали? Хорош! Эй! У вас открыто! Тук-тук! Я вхожу! Опять эта фигня сидит. Нафига я лезу в чужую квартиру, да? Найди выход. А! Я залез, блин, в чужую хату, а меня здесь закрыли. Дай, 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 дай. Дай в глазок посмотрю, там чучело какое-нибудь стоит, наверное. И что делать? Здесь все забито. Это жутко, черт. Что за глюки, кто эта женщина? Мама. Еще нормально не посмотришь, постоянно мешают какие-то фиговины. Ты чё? Откройте дверь, тетя. Женщина. Я ничего плохого не хотел, просто тут кто-то... У вас дверь открыта была, я хотел посмотреть, все ли в порядке. Вижу, все в порядке, сидите, смотрите. Выпустите меня, пожалуйста. Пошел нафиг. Да что ж такое-то? Чё надо? Женщина! Зажигалку погасить, простите. Что делать? Такие елки-палки. Нет повести печальнее на свете, чем повесть об однушке, где есть дети. У вас тараканы топают. Что такое? Распятия валяются. Что? Пересела, что ли? Ой, елки-палки. Пересела. Женщина, ну зачем? Ну, я понимаю, что год был не айс, но чё так-то? Прям вообще не айс. Поиграй со мной. Он меня бесит уже. А с вами я играть не буду, женщина. О! Валим. Ну нахер. Я иду домой. Ты видел? Видел, да, вот это? Отец! Стояла, покриповала меня и пошла повесилась. Нормально. Соседи, у меня это просьба. Если я через 15 минут не спущусь, вызовите, пожалуйста, полицию, скорую и охотников за привидениями. Тут какая-то дичь происходит. Ты лучший. Спасибо. Угу. Какого хрена? Согласен. Ой, как подлагивает-то. Где телефон? В зале, наверное, должен быть. Ты где? Ты где ты пищишь? Ты что такое? Ты чё? Я чё, не вижу, что ли? Чувак, можно шаг ускорить немножко? На кухне, наверное. Да? Аня, Дима, ты куда пропал? Ты часа три назад зашел к себе в подъезд, моя комната выходит во двор. Я видел, как ты выносил мусор. Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил проверить, но не думал, что прошло столько времени. Это я три часа там просидел? На какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Чё? Ты уверена, что это она? Ань, ты где нашла ту куклу гнома и зачем мне ее подарила?
Дим, с тобой все в порядке? Я не дарил тебе никакого гнома. Ну как, ты оставила коробку с ним у двери и рисунок. Дима, тут кто-то есть. Кто-то есть. Что-то происходит. Аня, что происходит? Что ты увидела? Аня бросила трубку. Это я заколотил? Изнутри же заколочено. Мне нужно выбраться из дома, с Аней еще случилось. Тебе что надо? Говнюк ты какой, а? Ой, ё! Я надеюсь, это не Аня или не я? А во лбу звезда горит. Сколько ножей я спрятал в третьем ящике на кухне? Откуда я знаю? Два. Один для меня, другой для кого-нибудь еще. В третьем ящике на кухне. В каком третьем ящике? Подожди. Ну, для меня третий ящик на кухне, это в смысле вот сверху вниз. Раз, два, три. Вот здесь где-то. Убирайся из дома. Легко сказать. Сейчас я выйду, меня здесь опять будут крипа... Ты весь подъезд сюда? Чё за фигня? Откройте, пожалуйста. Что такое? Ой, мама. Так, стоп, три обведено. Да? Так, ищем еще цифры. 3, 3, 3. Там есть что-нибудь? Вот на этом вот подарочке. Подарочек. Но она не откроется. 1, 3, 2. Эмаль. Стоп. 1, 3, 2. Wrong. Ну да, четверть первого. Че тебе надо, Злодейна какая. Как? Че сделать-то надо? Какой третий ящик? А, угу. Досчитай до 5 и иди налево. Раз, два, три, четыре, пять. Так пойдет? Сколько ножей? Раз, два, три, четыре. Блин, это один нож? Это один нож. Шесть ножей. Иди налево. Чё тебе надо, а? Вот это шуточки у тебя. Ты что-то офигел. А там теперь кто? Как ты сюда попал? Чему я удивляюсь? Иди налево. 3, 6, 5. 3, 5, 6. 6, 3, 5. Иди налево. Чё налево? Где-то еще одна записка должна быть явно, да? Чё ж я тупой-то такой? Напишите в комментариях, какой я тупой. Сколько ножей я спрятал в третьем ящике на кухне. Так, ну третий ящик, да? Ну вот. 3 до 5. Иди налево. Ну оттуда налево, это вот сюда. Комната-то небольшая, здесь везде лево. Найди 4 елочных игрушки, когда пройдешь через люк. То есть 3, 5, 4. Окей. 3, 5, 4. 3, 6 было ножей. Угу. Рыба-карась. Игра началась. Да? Чё надо-то? Никогда не привыкну к скримерам. Охренеть, здесь стена теперь. Сос, Мэйдэй, Мэйдэй. Нам нужна помощь.
Что за гудение? Адское просто. Не, за то, что ты квартирку нарядил, спасибо. Но я здесь вот не просто так прибирался, сволочь. Заляпал все кровякой. 4 елочных игрушки. Офигенный шар на елку, кстати. Очень криповая композиция. Вот это я уже видел. Ты просто перетаскиваешь. Тут что? Какие-то записульки. 4 елочных шара. А, елочных игрушки просто было сказано. Ну, взять. А это тоже? Нет. А там есть? Так, стоп. Откуда трупов-то понапритаскивал? Кого ты поубивал? Что мой? Цепью все обмотано. Сюда пока не заходи. Спасибо, очень убедительно. И сюда пока не заходи, да? Где-то я видел ломик у папы. Найди лом где-то. У папы это... У меня нос чешется, простите. Очень. У папы это где-то здесь. Патя. Дай ломик. Я боюсь туда оборачиваться. Сейчас там какая-нибудь хрень будет явно. Ну, ножовка вот здесь висит. Чё, ха-ха, я его забрал, ищи. Сволочь. Соледия. Соледия. Куда это его забрал? Он в каком-то трупе, небось, будет, да? От закрыть. Нет, да я открою, мне спокойнее, когда все-таки есть возможность хоть куда-то выйти. Это что такое? Тараканы боком идут почему-то. Где лом? Куда дел? Веревка. Я ножницы нашел, пойдет. Ну, я опять туплю, да? Где лом? Это педаль от пианино. Ну куда ты его забрал-то? А, потому что он наверху где-нибудь висит. Там какие-то странные звуки. Ну куда ты лом-то запихал, елки-палки? Я долго его здесь искать-то буду. Ну, мне почему-то кажется, что он где-то в тру... А, вот это лом висит? Нет? Нет, это просто веревка. Кстати, тело изменило местоположение. Звездочка была в другую сторону направлена. Ницше, Маяковский, итоги науки, динозавры. Разношерстная библиотека. Блин, где? Ну что-нибудь откроется, может быть. Куда лом-то дел? Ядрить, колотить. Слышь? Да пока не заходи. Ну я хочу, может быть. Что тебе надо? Ребят, где лом? На стриме, наверное, было бы проще это проходить. Я молоток на... А, это нож. О. Типа фокус. Странно. Так и что делать-то? Мне лом нужен. Ха-ха, забрал он его. То есть надо было, небось, не заспавнился, да, пока я не прочитал. Ну и где? Здесь я смотрел.
здесь нету. Серьезно, что ли? Ну что за пиксель-хантинг? Ребят. Он не заспавнил. Не улся, да? Гном матершинника немного напоминает старую такую сказочку. Ну-ка, сюда пока не заходи. А чё я играю по его правилам? Я вот хочу просто выйти отсюда и все. Все открываем. О, привет, Мэдисон. Там, по-моему, такие же. Хорош! Я тебе сейчас дуну, блин. Он... Нет. Это уже другое. Он меня... Это женщина без башки. Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкаф. Бумс. Так, что еще есть интересного? Ничего пока. Включить, что ли, я под этого посмотрю. Болторез где-то в полотенцах, да. Я хоть Купленова посмотрю, чтобы так... страшно было. Чмо. Ш ты прыгаешь. Если бы я сейчас играл с этим, с хартрейтом, например, не могу, у меня бы сейчас шкалило в эти моменты. Успокаиваюсь я достаточно быстро, но и это извожусь тоже. Что это такое? А, это тень. Слона этого задолбали уже. Агрессивненько. Поехали. Так, 37 минут. Мы уже где-то близко, наверное. Так. Я уж побоялся, что я что-то сейчас игру поломаю. Ага, я не могу найти... Можно... Нет, нет, нет. Не гаси. Мне надо было это сделать, чертила. Что ж такое-то? Хватит меня пугать. Слушайте, здесь настолько объемный звук, что мне сейчас показалось, у меня реально удар в стену был вот здесь. А, это было явно в игре. Да хорош! Ну там вот явно есть какие-то игрушки. Кто здесь мылся? Сейчас опять будет скримак. Сейчас опять кто-нибудь вылезет на меня, точно. Не, мне эта звезда в башке просто прикалывает. Хорош там скрипит. Закрыто. Мне надо будет, да, дернуть. А так заглянуть можно? Можно заглянуть? Нельзя. Сейчас обернусь, да? Угу. Елочная игрушка. Давай. Я не боюсь, я не боюсь. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Ну, сейчас она мне в лицо, да, прыгнет и все. И вот она, да. Привет. Что тебе надо? Стой на месте. Хватит. Смех лучшее лекарство. Это какая по счету игрушка была? Я что-то забыл уже. Что, опять не здесь? 29 сентября. Вторник. Сколько дней я уже здесь? Объясните мне. Аню там давно уже пришили, наверное. Я так и не пришел ее спасать. Где еще елочные игрушки? Так, я взял колокольчики. Шарик. Здесь, не помню, брал что-нибудь, не брал. По-моему, нет. Ну, по идее, нам бы на кухню... А, на кухню опять через этот идти. Там стена вроде как.
Оп-оп-оп. Мне показалось, что здесь что-то можно было открыть. Годовые звуки, а. Тут и так хата была не в лучшем состоянии. Нет, здесь все еще стена. Алло. А, это на дверь я навел. Так, ладно, идем туда. Нас туда выпустили, значит, где-то там должны быть игрушки. Залипательный джингл у Куплинова. Один раз его стоит услышать, и потом ходишь, напиваешь его. Ну что? Здесь, что ли? Не надо меня пугать. А, еще и в сортир. Вот такой я конфигурации, кстати, не встречал в реальности, чтобы еще и в туалет. А что надо-то? Алло. Открой. Свет включить. Что? Нельзя. Где-то что-то вот где-то что-то скользнуло такое. Не понял я. О. Уже завтра 7 сентября мы переезжаем. Диме нужно в школу, а у дяди Вити сломалась машина перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали, теперь нужно подумать, кого просить нам помочь. Я надеюсь, за несколько дней ты найдешь, с кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочитаешь. А чё так темно? Зажигалку, что ли, погасил? Офигеть. Зачем? Ну так и чё делать-то? Где остальные игрушки? Ведь таракан ползает боком. Что-то я невыносимо туплю, наверное. Найди 4 игрушки. Говорит, и убирайся отсюда. Я сломал игру тем, что открыл дверь раньше времени. Я как бы вижу теперь, что мне отсюда не убраться. Этот вот типчик мне не нравится. Хотя это я так очень избирательно. Вот этот типчик мне не нравится. Вообще в этой квартире что-то может нравиться? Да ёлкин дрын. Игрушка может на елке прямо, нет? Свет включить нельзя. А, шкаф. Шкафенский. Ты прячешь какую-нибудь игрушку? Разрабы, ну вы чё, куда вы засунули их так? Что их найти-то невозможно. Отдай игрушку. Я, наверное, немножко укорочу это видео. Похоже, все скоримаки-то я поймал, да? Ага. 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 Да-да-да. Да-да-да. Сюда пока не заходи. Где-то я видел ломик. Так. Теперь идем ищем лом. Надо, короче, все делать в определенном порядке, судя по всему, потому что игра баганула. Ага, я его забрал, ищи. Я знаю, где он. На самом деле все проходит довольно быстро. Вот он, сволочь, чавкает. Спасибо. Зараза. Он спрятал игрушки для рождественской елки. Не надо. А?
Тебе нужен был торец, я спрятал его в шкаф. Это уже было. Первая игрушка в комнате Димы. Ага. Так, болторез. На коробке у телевизора в большой комнате. Взять. Твою мать, я же знал, что сейчас выпрыгнет, и все равно. На коробке у телевизора. Вторая, да. Болторез. Так, это третья. Фух, хватит. Иди нафиг. Ну, я не открывал дверь в этот раз входную. Говорят, она может именно забаговать все это дело. Пойдем в сортир. Ядрить, колотить, а? Я думал, она на смыв реагирует. А, ну вот, да. Не забаговалась в этот раз. В прошлый раз у нас просто стена кирпичная появилась. Я не вижу. Стены не отражают, нифига что. Подожди, куда? Соседи топают как слоны. Умная РГБ-лента? Что такое? А, ну вот здесь мы были, да? А, вот последняя игрушка, собственно, да? Поиграй со мной. Я полагаю, это последняя игрушка. Смотреть задачи. Наряди рождественскую елку. Какую? Которую? Ты думаешь, это вот эта вот рождественская елка? Или та, которая у меня в комнате стоит? Ну, в зале. Есть тут что? Слышь, Эльфятина, ты какой-то дерзкий капец. Назад идти? У меня жена иногда хочет так хрустнуть спиной, походу. Ну чё ты по... Блин, ползаешь. Я иду елку наряжать. Капец, срачешник устроили, я здесь... Вездесущий. Проснись! В смысле? А, это все глюки были? Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать. Который час? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Это... Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте. Аутласт или нет? Он же, наверное, Яш... должен за ним охотиться или как-то так. Это, наверное, лето 57-го. Так, а зачем я чё, блин, заснул? Если больше не было запертых мест. А день... Эльф сидит, смотрит... Так, я не понимаю. Ааа, ебать! Мне нужно позвонить так, Ане. Так, вот это стандартная была стандартная скрема. А стандартная, я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую. Здравствуйте. Да, да, я все равно видел. И все равно... Ух, ебать. Так что надо? Эмик... А, это все, это капец. Конец. Точнее... Ну, прикольно, прикольно. А атмосферненько держит напряжение, скримачки, как полагается, заставляют вздрагивать. Да, прикольно. Мне понравилось. В целом. Самый простой, конечно, выход, что типа я уснул и так далее. Но мне интересно, будет какой-нибудь пост-энд? Типа, все это на самом деле правда. И у меня вопрос все-таки... Да. Саммеров 58. Окей. Тоже, что ли, ее пройти?
А, все, все, это окончательно конец. Ну вот такая вот игра получилась. Действительно, она проходится довольно быстро. Это такой ванлайнер, буквально. Не знаю, после моих мытарств с поисками и решением бага перепрохождением я немножко срежу видео. Если вдруг не попадет на запись, одна из игрушек находится две, то есть мы видели, это на коробке перед телевизором, одна лежит, колокольчики, одну вы в ванной находите, и одна в комнате Димы, вот на этой человечьей елке, там висит кочерга, вот эта, короче, рождественская такая витая, леденец, прямо на входе, его там ищите, если что. Последняя, четвертая, находится в комнате эльфа. Дверь не открывайте до того, как три не найдете, иначе будет баг с тупиком кирпичным. Вот пока и все. Собственно, такие дела, друзья мои. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я прошел еще лето 58-го. Я тоже ее не проходил, не смотрел прохождение. Будет новое, пугаться буду искренне. Абсолютно. Потому что здесь вот, блин, скримеры меня вымораживали. В хорошем смысле слова. Поднимали мне адреналин в крови. И, собственно, ради этого мы играем в хорроры, не так ли? Да? Поэтому вот. Такие дела, друзья мои. Спасибо, что были со мной. Понравилось? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте свой королевский лайк, если еще не. А я желаю вам всего самого-самого. Не болейте. Не берите подарки от незнакомцев. До новых встреч. А пока. Пока.